Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и сегодня я продолжаю проходить игру Hitman 2. В прошлой серии мы прошли обучение вот из первой части, оказывается, пролог. Вот так вот. А надо было сразу же идти в сюжет Hitman 2. Но зато мы обучились, мы теперь готовы всех убивать, резать, метать, кидать, прятать. Нажимаем, так, значит, миссия «Ночная смена», начинаем. Начинаем, так, задачи, что тут у нас? Инструктаж. Приветствую, 47-й. Совет директоров МК согласился выполнить контракт Провиденса по устранению таинственного клиента и его боевиков. Изучив данные, добытые тобой в Колорадо, наши аналитики выследили одну из ключевых фигур ополчения – Альму Рейнард. Она опытный агент внедрения, раньше занималась экологическим терроризмом и была любовницей покойного Шона Роуза. Шон Роуз – это у нас, друзья, я вам скажу сейчас, это из первого Хитмана в пятой миссии, когда надо убить наемников в Колорадо. То тогда мы убиваем Шона Роуза. Он там, по-моему, был то ли инструктор наемников, ну, какой-то там высокопоставленный. У нас чувачок. Бойцы ячейки Рейнард уже совершили ряд нападений на представителей мировой элиты, которые, как мы полагаем, тоже были агентами Провиденса. Она и ее новый напарник, бывший наемник цикады Орсон Миллс, скрываются на удаленном поместье у побережья Хокс-Бэй в Новой Зеландии. Наверняка готовят новые атаки. Рейнард, вне всяких сомнений, есть в списке целей нашего клиента, но сейчас нам нужна только информация. Проберись в дом и найди зацепки о таинственном клиенте. А убивать? Убивать мы будем кого-то? Убивать будем? Так, звучок сделаем погромче. Поищите в доме сведения о таинственном клиенте. МК приняла контракт на таинственного теневого клиента. Наша лучшая наводка – безжалостный диверсант, экологическая террористка по имени Альма Рейнард. Аналитики МК отследили перемещение Рейнард с фермы в Колорадо до недвижимости в Хокс-Бэй, Новая Зеландия, где она и ее команда без сомнения планируют следующий удар боевиков. Рейнард является одной из лучших лейтенантов теневого клиента, и есть реальный шанс, что она знает истинную личность своего работодателя и его местонахождение. Поэтому наша главная цель – проникнуть дом и получить наводку на теневого клиента. Получим. А убивать его можно? Так, в тайнике. Тайник агентства, контейнер для мусора. Давайте, что тут можно прятать? Так, уже используется удавка уже. А вот взрывчатка? Взрывчатка не используется. Взрывчатка не используется. Скрытое оружие у нас будет... Какое на выбор? Так, ICA-19 или ICA-19 Black Lily. Ну, пускай будет какая-то Black Lily, черная линия. Лилия пускай будет. Костюм. Классический костюм 47-го и тактический. Не, пускай будет тактический. Начальная точка лодка. Ну, пускай будет начальная точка лодка. Так. Экипировка, удавка. Есть еще что-то? Ух ты, есть какой-то контейнер. Так, директорский кейс МК. Давайте возьмем, что-то он нам дает. Так, экипировка, монеты. О, и теперь мы можем прятать в кейс еще что-то. А в него мы уже можем спрятать удавку. Ну, прикольно, давайте возьмем кейс, монета, удавка, будет у нас сенсорная мина еще в мусорном баке лежать. Тогда мы будем в полном вооружении. Так, сложность профессионал играть. Так, профессионал, ну, я понял, скиненько, это как раз для нас. Убийство дело серьезное, вы составляете план, выполняете его и скрываетесь. А если вам потребуются подсказки, ваш куратор непременно поможет. Кстати, про куратора, ха-ха. Советую вам подписаться на куратор Steam Сергей Пушков с групп. Там у нас игровые обзоры и рекомендации. Вот так вот я решил слово куратор использовать. Неограниченное сохранение, доступны все подсказки для сюжетных. Для сюжетных заданий камера видеонаблюдения активна. Если совершать незаконные действия на виду камер, это насторожит охранников. Сражения непростые, но честные. Но это для нас. Это для нас. Нажимаем «Играть». Нажимаем «Играть», пошла загрузка, так. Некоторые высокопоставленные цели будут эвакуированы в безопасные зоны при чрезвычайной ситуации. Но мы будем делать все тихо и аккуратно. Некоторые снайперские винтовки имеют несколько уровней приближения, а некоторые нет. WB Games Presence. Yo. NIO Interactive Game. Yo. Водичка. The story so far. Ранее в серии. Агент 47 и его куратор Диана Бёрнвуд, лучшая наемная убийца мира на службе МК. Так нам говорить. Когда стало ясно, что все их недавние задания заказал один и тот же таинственный клиент, дело приняло неожиданный оборот. Представляете? Все их цели были агентами секретной организации Providence. Вот этот поворот. Providence проникла в высшие эшелоны власти и секретно правит миром. И секрет правит миром, не уел. Таинственный клиент ведет с ними незримую борьбу. В ответ на это константа, загадочный контролер Providence связывается с Дианой.
А он просит, наверное, она просит найти и устранить таинственного клиента. Взамен он обещает заманчивую награду, раскрыть забытые тайны происхождения 47-го. Но они не знают, что ведут охоту на друга детства 47-го. Вот это да, друзья, представляете, что в отличие от 47-го, он помнит все. Вот это да. Угу, Hitman 2, дорогие друзья, вот Hitman 2 начинается во второй серии, 5-я минута. Так, вижу, что-то плывет, что-то необычайное. Это лодка надувная, и там мы плывем. Маяк светит, горы прекрасные. Новая Зеландия, что вы хотите? Какая-то травка зеленая у берега. О, вот, в тактическом гидрокостюме логично плыть. Очень логично, кстати. Такой-то прикольный. Так, о, мы с чемоданчиком. Это, наверное, наш директорский кейс. Так, пистолет, сразу же возьмем пистолет и пошли вот так. А я на месте. Нет враждебного присутствия. А, нет присутствия. Дом Альмы Рейвена стоит на берегу. Судя по нашим данным, они ее подельники затаились. Видимо, готовят очередную атаку. Рейнард одна из главных соратниц таинственного клиента. Но она не наша цель. По крайней мере, сейчас. Она наверняка из списка нашего клиента. Но мы здесь ради информации. Проберись в дом и найди зацепки о таинственном клиенте. Готов к козлом с проникновением 47-й. Уже иду. Так. Отвертка. Вот это да. Открыто место сарай. Ну, замечательно. У нас есть место сарай. Так, включаем, включаем. Да, пистолет наш. Будем идти под покровом ночи. Так. Ну, как-то нет враждебного присутствия. Свет-то горит. А, значит, там кто-то есть. Логично, логично. Так что присядем. Так что присядем, дорогие друзья. Тут у нас досточки. Так, Ctrl. Опа. Экран. Камера. Ну, давайте камеру снесем. Бах. О, камера уничтожена. Меткий выстрел. Но согласно данным местного охранного агентства, по периметру дома установлены еще 3 камеры. Советую тоже от них избавиться, 47. А, вижу камеру. Сейчас вот. Бах. Камера уничтожена. Плюс 25. Так, ну давайте в дом зайдем. Отпереть. Ключ отсутствует, отмычка. Мы без отмычки пришли, серьезно? Ладно, без ключа, ключ надо еще найти, а вот без отмычки. Так, ну да. О, вот тут бассейн открыт, а что тут у нас? Еще отверточка. Больше отверток, больше метательного оружия. Так, в бассейне никого нет? Никого нет. Давайте тут. И тут надо. В смысле? Если бассейн открытый, то значит должен быть и дом открытый. Опа, камеру вижу. Бах, камера уничтожена. Так, погнали, сохранение. Вот тут у нас будет... О, взять сенсорная взрывчатка, банка газировки. Так, тут мы можем просто спрятаться. О, больше оружия. Вот тут... И тут... Где же нам... Так, значит... Я что, найду у вас? Так, куда же бы пролезть? А ну-ка. Тут сверху... Опа, камера. Спрячься. И... В смысле? Чё я не попал? Вы же видели, я прям прицелился. Опа! Камера уничтожена. Погнали. Гараж откройся. Отмычка. Так, а тут у нас что? О, вы можете замкнуть канализацию. Ой, канализацию. Гараж, сигнализацию. О, замкнули. А потому что у нас есть отвертка. Берем кейс, берем пистолет. И сейчас мы должны открыть гараж, да? О! Открываем. Опа! Трупы, мужчина и женщина, приседаем, тут уже кто-то работает, мужчина и женщина. Свинцовая труба. Возраст чуть за 30, похоже, их казнили. Вижу их, бедняги. Так. Похоже, этот ужас сделал рук Рейнард. Она никогда не стеснялась побочного ущерба, закрываем дверь. Хозяева вряд ли. Дом при несуществующей экологической НПО. Скорее всего, кто-то решил выдать себя за них. Рейнард, как и ты, использует эту маскировку. Продолжай искать 47-й. Нам уж пофиг, что с этими людьми. Сведения. Вы нашли разведданные. Собирая информацию, будь то важные стратегические данные или сведения о прошлом целей или ключевых персонажей, вы лучше познакомитесь с миром игры. Щелкните F1, чтобы посмотреть разведданные. F1.
жертв убийств. В гараже найдены тела супружеской пары, которую, по всей видимости, казнили. Убитые не опознаны, но мужчина очень похож на Готфри Нумана, одного из членов Олимпийского комитета. Поскольку Новая Зеландия недавно подала на заявку на проведение следующей Олимпиады, можно предположить, что Нунман и его супруга хотели встретиться с премьер-министром, который сегодня вечером устраивает вечеринку в саду. Если это так, значит, кто-то выдает себя за них. Альма Рейнард не хуже 47-го владеет искусством незаметного проникновения, любит использовать маскировку. О! Открыть. Опа. О, маски. Веревка. Хлороформ. Взять. Видимо, еще одно похищение. Яд. Людей и некоторые объекты в мире можно отравить. Яды делятся на три категории. Рвотные, от которых жертву затошнит, смертельные, которые за короткое время убьют жертву. И седативные, которые оказывают усыпляющее действие. Понятно. У нас есть теперь... А что ты делаешь? Рвотный, смертный или какой-то принимаемый яд? Ну ладно. С ним не поспоришь. Зачем он это делает? Точно, он точит зуб на Провиденс. Руководство мобильный аккумулятор. Кейс. Кейс мы берем. Писмен террористами. Плевать хотел на случайные жертвы. Гаечный ключ. Полагаем, он твердо уверен, что как действовать дальше. Твердо уверен. Как все остальные. Открываем. Кто здесь? Опа. Тут реально никого нету. Не, реально никого нету. О, тут у нас что-то есть. Отчет о действиях ополченцев. Вот это наш вариант. Отчет обо всех крупных операциях ополчения, начиная с похищения Томаса Кросса. Берлин, Шанхай. Убийство транспортного магната Рекса Ларсена, совершенное в Монреале несколько дней назад. Похоже, Рейнард замешан во всем. О, с виду аналитические отчеты. Берлин, Шанхай. Отключить проектор. Все основные нападения после похищения Томаса Кросса. О, взять бутылку водки, выпьем. Замешано. Увы, это уже в прошлом. Ищи дальше, 47-й. Так. Ну, я понял, можем отравить стакан водки. Стакан водки. Что тут у нас еще? Отравить сахар, отравить мед. Это видно будет потом выбор, сахар или мед. Так, что тут у нас? Бутылочки. Бутылочки. Так, тут у нас что? О, закрыть жалюзи. Так, мы же очень тайные. Вот. Вот так, меньше будет... Я испугался вот этого отражения. Ну, посмотрите на него. Ну, какой вообще... Какой красавчик. Так. А вот тут у нас что? Открываем. Так, тут у нас... А тут у нас... Отпереть. А, понятно. О! Крысиный яд рвотный. Так, просроченная банка соуса. Просроченная банка соуса. И просроченная банка соуса. Это мы можем закидать тоже... Так, а ну-ка, что тут у нас? Перед дверь. А тут гараж, все понятно. Это у нас такая мини-кладовка. Тогда дверь открываем, дверь закрываем. Теперь, так, тут мы открыли бассейн. Так, что тут у нас еще? Это просто датчик температуры. Открываем, закрываем. Это мы их открыли. А чё вы не закрылись? То надо же сохранять спокойствие, как будто тут никого нету. Давайте тут еще тоже закроем жалюзи. Чтоб никто не знал, что мы здесь. Открываем здесь. Тут у нас такой диванчик. Хороший. Тут... Нет, тут ничего нету. Открываем дальше. Ой, это где мы в таком помещении? Киора, это Одесский Вислес, аля. Ребят, я не знаю, когда вы вернетесь в город. Но не забудьте мне позвонить, чтобы я приехал, починил вашу вентиляцию в ванной. Вентиляцию ванны, говоришь? Вы не хотите, чтобы дом провонял лаком для ногтей? В общем, звоните. Ваш слесарь Ади. А где ты, слесарь Ади? Где номер телефона? Так. Вентиляцию ванны, говоришь? Ну, давай. А, нет. Не так, да, работает. Так, ну это типа факт очень любезный. Затопить раковину. Давайте затопим. Устроим им потоп. Так. О, пошло дело. Затопили. Так, слесарь, говоришь, слесарь. А где же вентиляцию? Где же доступ к вентиляции? Тут у нас что? Открыть. А, тут у нас гараж. Так, тут у нас можно спрятаться. Вот тут можно подняться. Так. Что тут у нас? Тут у нас балкончик. Балкончик, так. Вот там кабинет. Вот там в кабинете должны быть данные какие-то, да? 47. Попробуй добраться до твоего компьютера. Ну, легче легкого.
искать в компьютере. И вот наши новые данные. Пароль. Чё, ты не знаешь пароль, что ли? Даже если к нему есть ключ, реально этот, вряд ли оставил его на столе. А, надо... Стоп. Судя по плану этажа, эта комната должна быть гораздо больше. Где-то за стеной есть тайник. За вот этой? Или за какой? Ну, не за этой же. Так, ищи замаскированные объекты. Так, что тут у нас? Опа, с картиной. Взаимодействовать скрытый механизм. О! Ага, я так и думала. Интересно, нахуй... О, вот это арсенал, конечно. Вот это нам по душе. Так, закрыть. Закрываем, что тут у нас. О, уничтожаем улики. Нам тут без камер, пожалуйста. Все, запись стерта. Хорошо, свободен 47-й. Отмычка. Теперь ты сможешь так. Отмычка. Ключ с паролем. О. Так. Ну, давайте вооружимся. Ах. Хекл 95 коверт. Так. Сюрикен. Катана. Осколочная граната. Тут, видно, у нас месиво будет. Транквилизатор. Пистолет Бартоли. Складной нож. Дробовик. Автомат. Ага, дробовик нам не помещается. Так, ну и давайте заберем удавку. Так, вот, забираем удавку. Теперь у нас кейс пустой. Ну, мы тут кейсы оставим. Так, что тут у нас? Осмотреть план похищения. Похоже, ячейка Рейнард готовит очередную атаку. Так, белая доска. Ячейка Рейнард изучает план канализации элитного жилого пригорода в Леллингтоне. Похоже, они собираются кого-то похитить. Две команды. Одна проникает на территорию, отключая систему безопасности. Другая похитит цель и скроется через канализацию. Имя цели Донован. Жилых районов Веллингтон. Но сейчас не до этого. В смысле, не до этого. Наша цель – таинственный клиент. Открыть. Ага, и теперь мы возле гаража. Понятно. Закрываем. Типа тут никого не было, мы все закрываем. Тут мы открываем. Так, тут тоже мы, типа нас тут не было. Опа. Все, все на месте. Теперь можно на, вообще на изи проникать. Искать в компьютере, в интернете, да-да-да. О, вошли. Я на месте передаю. Скорее, я заметил движение на дороге. О, автоколонна. Это, видимо, Рейнард. Передаю данные. Еще, сейчас будем обороняться. Получаю. А, successful. Уже все, уже отправили. Тут ни слова потенциального клиента и другие ячейки. Ни имен, ни псевдонимов. Кажется, она сама не знает, на кого работает. Че, уже за нами выехали? Стоп, что-то есть. В сообщении от Роберта Нокса из Кронштадт Индастрис. И судя по тексту, он агент Провиденса. Перебежчик. Так, клиенту это не понравится. Уже вижу, и ты жаждешь ему рассказать. Они рнулись. Три машины. Много противников. Какие три машины? Ты считать не умеешь? Там их раз, два, три, четыре, пять. И там еще, по-моему, были. Устрани Рейнард, ты желательно без подозрений. Ты считать не умеешь. Там шесть машин было. Надо удержать преимущество. Йоу-йоу-йоу, все такие, опа-опа. Че это за... Уф, я уже думал, этот вечер никогда не закончится. Сборище снобов, да еще и все интересное пропустил. О, сон, прости, что ты страдал, потягивая дармовое шампанское, слушая виолончель. Ты принес великую жертву ради общего дела. По-моему, надо заниматься тем, что умеешь делать. Опа, спрятались. Так, спецназ. Руки! Ладно, шучу, надо же без подозрений же убивать. Так, что-то там она нажала. С возвращением Альма и гость. Это Орсон. Орсон. Ай, ладно. Так, это что, они сейчас сюда идут? Так. Можем тут спрятаться. Так, подожди, куда они идут? Активируй на отвлекающее средство. Макс Максимилиан? Какой Макс Максимилиан? Чего? Какой Макс Максимилиан? Так, а ну-ка, давайте этого устраним. Кой Макс Максимилиан? Что ты тут делаешь? Ты убить его не можешь, Хитман? Хитман, одумайся. Место преступления. Там, по-моему, нас палили, я понял. Вас раскрыли? Вас раскрыли. Текай. Блин. Так, уходим. Уходим, закрываемся. Так. Закрываем жалюзи. Так. Прослушать сообщение, автоответчик.
А, понятно, прячемся в шкаф. Так, нас спалили, нас спалили. Подождите, а ее эвакуируют, типа? Ее что, эвакуируют? Да, ее эвакуируют. Так, значит, мы работаем. Так. Так, так, так. Сюда, да, идут? Ключи от дома. Получен ключ. Так. Сюда иди. В смысле, бой. А кто там сзади все время появляется? Так, а можно как-то начать миссию заново? О, не, давайте лучше... Ладно, блин. Блин, 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 блин. Не это, уйди. Уходим, уходим, мы в стелс хотим, стелс хотим. Так. Ты чё, алё, ты чё, ты чё, ты чё? С. С, 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 не-не-не, так неправильно, неправильно, неправильно делается. Прячемся. Блин, он спалил, ну так нельзя. Давайте начнем миссию заново. А, ну все. Загрузить повтор. А загрузить с какого места? Не, не с такого. Подождите, загрузить, 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 так. Так, так, так. Ну, давайте с этого, что ли, места. После загрузки сохраненной игры вы не будете получать опыт за некоторые действия. Так, забрать удавка. Забери, забери. Так, а катану тоже забери. Правда, она очень палевная, эта катана. Так, давайте по-быстренькому сейчас. Не получился стелс, не получился. Так, тогда мы сразу же... Какой-то еще Максим... Макс, Максимилиан. То надо было заходить и рубать его. Так, теперь быстро ищем в интернете. Ищем в интернете информацию. Ну так получилось, ну бывает. Можно пропустить? Опа, сразу же. Руки. Задача выполнена. С возвращением, Альма и гость. Вот так присядем. Это Орсон. Орсон. А. Так, сразу на второй этаж зашли. Будем сейчас всю ситуацию чекать. Нет, пойдем на скрытую комнату. А вы в этот раз на Максиме или она не отвлеклись? Ладно. Макс? Макс, ты здесь? Иди к мамочке. У тебя кот есть или это сын? Да чтоб тебя. Ох, кто-то соскучился по наморднику. Это собака. Но я собаку не убивал. Джерард, на террасе чисто. Понял, проверь наверху, раз ты ж там. Какой проверь наверху? Так, я тебя понял, Джерард. Расскажите мне, кого мы сегодня похитили. Гостей премьера. Жену и двух дочерей. Так. Я понял. Сюда сейчас. Идем. Уходим. И вот этого чувака сейчас. Он как раз один. Так. Спецназ, спецназ. Хитман. В деле. На вечеринку в доме в предмете отпереть. Ключ. А, у нас. Так, отмычка давай. Мы ключ же ж не забрали. Так. Опа. Вижу его. А ты насквозь прям прошел? Закрыть дверь. Тут ходит. Тут один пошел. Так, так, так. Как-то ну тут все. Какие тут комнаты? Так, давайте затопим еще кого-нибудь. Затопим. Пошла жара. Открываем. Чувак прям сюда идет. Так. И вот так просто. Бит посторонний, но да. Ладно, дверь закрываем. Дверь закрываем, катану достаем. Замаскировываемся. Так, и куда бы тебя спрятать? Ты в этот не прячешься? А, избавиться, просто вот так кинуть. Ну прям на этих, но правда мы сейчас в траву кинем. Так, пошла жара. Опа! Найдено тело. Найдено тело. Команда, команда, мы нашли тело. Так, ладно. Что тут у нас? Активированное отвлекающее средство. Какое? А, вот там внизу.
Вы меня слышали, мистер Донован? Жизнь вашего босса в обмен на жизнь вашей супруги и дочерей. Так. Цель изолирована. Изолирована? Так. Тихо. Так. Паника пошла. А, вы тут спрятались. Так, заперто изнутри? Серьезно? А тут, представляете, тут бюст упал. Где тут бюст? Представляете, бюст упал. Нужно пойти проверить. Заперто изнутри, это как? Может, вы сейчас попаникуете и все? Так, прячемся. Вас раскрыли, вы совершили и скрылись, но кто-то же сумел вас раскрыть, однако это не значит, что ваша маскировка бесполезна. Так, ну понятно. А, типа этот нас не знает, а вот этот... Тихо. Тихо. Бой? Какой бой? Никого тут нету. Никого нету. Никого нету. Да что ж такое, да что ж такое? Труп нашли, взяли и труп нашли. Это ж как так-то? О, вот тут. Вот тут сразу же и грузим. Вот тут грузим. Так. Мы его тут не будем сбрасывать. А тут тоже чувак. Тихо. Какой поиск? А, ты меня... Как ты меня нашел? Так, тихо, вас ищут. Вас ищут? Опять меня сыщут? Опа. Это, руки вверх. Ну это тупо. Так. Получи, распишись. Так. Так. Просто драка. Кто здесь? Это как? А. Да ладно, так неинтересно, так неинтересно. Давайте по новой. Так, по новой. Давайте подтверждаем. Так, ну убили мы этого чувака не очень хорошо. Ну и туда мы ходить не будем. Мы его как-то... Ну этот прям нас видит, да, типа? Даже если мы будем вот так идти. Так, ну это отвлекающее средство. А если в этого кинуть катаной? Так, в этого кинуть катаной. А там он один. А там он не один. Чё ж вы тут все ходите, а? Чё ж вы тут все ходите? Так, а где тот пошел? Он типа пошел. Так, ну получи. Получи. Тебя мы тоже скидываем. Теперь мы перепрыгиваем. Перепрыгивай. Чё, ты не хочешь перепрыгивать? Ай, Хитман. Не дури. Нам нужно срочно спуститься. Ох, подумать только так. Открываем. Закрываем. Выходим. Пойду уже спать. Ты идешь или как? Так. Ну, открывай. Так, теперь мы этого берем. И тащим. Берем у него катану. И тащим. Можно быстрее? А, не, быстрее тянуть нельзя. Так, где у нас тут? Так, вы все поднимаетесь, да? У меня есть время. Так. Избавиться. Так, тело спрятано. И вот этого мы еще спрячем. Так. Вот так работают профессионалы.
Так. Вот этот чувак, он вообще нас не это. Так, и тоже тут прячем. О, идеально. И гараж закрываем. Во, идеально. Так, тихо. Активировано отвлекающее средство? А, это когда мы второй этаж затопили. Так. Где они? Они вот тут у нас. А вот этот телохранитель великий. Мы пойдем по балкончику. Значит, пойдем, закрываем дверь. Щет. А мы можем пролезть. Ну, мы можем пролезть, так. Опа. Я свой. Тихо, нет, уйди. Иди сюда. Вот так вот. Ну, блин, беспонтовое убийство. Отпери шкафчик. Отмычка. Так, взять пузырек с таблетками. Ну, можно было их пузырьком с таблетками, как-то так. О, вот сюда. Прям идеально сохраняется. Идеально, мне нравится сохранение. Так, мы идем через балкончик. Просто отмотайте несколько вот так секундочек мысленно. И мы сюда не заходим. Так. А, они все в ванную пошли. Вот это скрипучие игрушки, вот это. Ну его. О, отравить бокал виски, отравить рвотный. Так, ну давайте... Давайте рвотный, что в туалет пошли. О! Кто-нибудь из вас точно захочет выпить? Так. Где у нас наш автомат боровый? Вот. И мы спрячемся. Нас же ж не видно так. Тихо, она выходит. Она выходит, прием. А, не, она не выходит. Я просто хочу закрыть жалюзи. Чтобы нас никто не видел так. Та, что? Чё? Я говорю, когда тебя снова отправят? А, через 5 дней. О, закрылись. Так, и она сейчас должна выпить бокал и уйти в туалет. Логично. Ты же знаешь босса, человек старой закалки. Вот эти, что это такое? Весло Маори. Ну, давайте возьмем с собой. Ты знаешь, ради чего? Остальное мелочь. Так, ну будем с веслом теперь. Я, как и ты, получаю приказы. Хватит там разговаривать. Там... О, я вижу. Ключи. И еще сведения. Сейчас спрячемся. Прячемся и сведения находим. Досье на Dynasty Global. Досье на Руперта Пирса, основателя Dynasty Global, крупнейшего в мире интернет-магазина. Если Пирс действительно работает на Providence, ополченцы захотят устранить его в числе первых. Пирс сейчас в Лондоне, а значит не может быть текущей целью Рейнард. Однако вице-президент компании Лэнс Донован живет в пригороде Веллингтона, а его брат занимает пост премьер-министра Новой Зеландии. Ну вот какого Донована они собираются похищать, все понятно. Вот что он небось знал. Какой же он? Так, ты уже возвращаешься, да? Это весло. Я, кстати, не могу поменять на автомат это весло, так что мы его бросим. Опа. Свои. Что ты там говоришь? Субтитры. А, это я на телевизор включил. Вот, ого, ремешок бесит. Ну, реально, тупой Макс. Так, что ты делаешь? Это что за пост такие? Ты что делаешь, алё? А, ты пресс качаешь. Ну, молодец, конечно. Вот если нажимать на W, он, Хитман будет поднимать оружие. Давай, скотч будешь? Нет, только зубы почистила. Как хочешь. А я снова прокину стопочку.
Вот этого, да, скотча? Вот этого именно, да? О, давай. Минус один будет. Так, ну все, опрокинь стопочку. Давай, опрокидывай. О, сохранение пошло. А ты куда пошел? Или ты прям вообще перед сном? А, ты телевизор включаешь? А, или ты выключаешь? Что там? Тихо. Тихо. Ты уже прям возвращаешься выпить стопочку и шела все-таки. А нет, тихо. Весла нет. Что происходит? Куда она пошла? Типа сказать, мы засыпаем спокойной ночи, типа? Чего? Она на новозеландском говорит. В смысле? Какой-то чувак идет. Ты что, его хочешь убить? Вот этого убить? Так, он куда-то пошел. А, оружие лежит. Ну, оружие, да. Так, теперь у нас опасный человек. А теперь он пойдет, а там трупов-то нету. А? Ну, вот и все. Так, ты возвращаешься, типа? Так, ну ты оружие пошел относить. Что вы там говорите? Субтитры завезите. Так, значит. Опа. Когда ты стопочку будешь опрокидывать, дружище? Ты куда? Кто пить будет, друг? Я этого жду. Не будешь пить, я сейчас тебе вот так сделаю и все. Во-во-во-во-во, смотри, смотри, какая вообще красота. Эй, Макса не видел? Стопочка на ночь, класс. О, на круге несколько мертвых овец, Макс снова в ударе. Ну ладно, лишь бы не грустил. Чё, хорошечно стало? Ой, как мне хорошо стало. Так, он пошел. А? Просто выкинь это из своей системы. Так. 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 И нам надо использовать... А, складной нож. Складной нож или утопить. Утопить. Во, вот этот контент пошел. Во, давайте, давай, топи. О, хорошо. Ты бы его в унитазе оставил. Бит посторонний. Ну, тащить. Так, давайте мы его в шкафчик спрячем. Все. Просто легче легкого. А ты прям заснула? Так, это что? Взять наручный будильник, включить сигнализацию наручный будильник. Так, а ты что тут у нас делаешь? Спишь? Походу спит. Да, походу спит. О, душить, душим. Опа, ну вот и все. Аж консцена. Задушили, есть. Цель уничтожена. Отлично, 47-й. И уходи отсюда. Ну и уходим по статинке. Открыть. У люди начали ходить. Незамеченное убийство. Так, ну возьмем, конечно же, вот. Автомат. Прыгать ты прям вообще не хочешь. Тут охранников нету. Тут мы дверь открываем. Гараж открываем. Гараж закрываем. И пошли. Вы меня знаете? О, вы, походу, меня не знаете. Так. И уходим. Вот это, да, вот это хорошая миссия. Найс. Ты меня знаешь? О. Ну, вот и замечательно. Я свой. Опа, а вы знаете? Ну, неожиданно так неожиданно.
Пойду вас обойду. Наемники нашли твою лодку, 47-й. Подняли тревогу и прочесывают берег в поисках чужаков. Будь осторожней. Так, ты ж не смотришь в мою сторону. Найдите выход. Нахожу выход. Тихо. Что это такое? Так. Спрятан. А, это вот это оно мигает. Спрятан, не спрятан. Вот мне хочется вот так подстрелить и всех взорвать. А... Сейчас, давайте мы вот это сделаем. Ну, вот так, вот тут. Бабах. Бабах. Все, фейерверк пошел. Все, фейерверк пошел. Так, прям на нас идет. Нож. Нож, нож, нож. Так, все. Ножом. Погнали. Опа, опа, опа. Так, автомат. А лодка. Так, тихо. Решили обыскать все подряд. Так, ту-ду-ду-дун. Так, все в порядке? Все в порядке, пошли. Погнали, погнали. Нарушение территории. В текущем костюме доступ на этот участок запрещен. Чтобы пройти, нужно на... Так, какая маскировка? Мы уже все, мы уже бежим. Мы уже уходим из этого красного пекла. Найдено тело, а мы покидаем миссию. Потолкали лодочку. И уплыли в себе. О, замечательно. Задушили, тот прорвал себя в туалете, в унитазе. И замечательно. Мне нравится. Хорошая миссия. Загрузка. Так. Какие-то бонусы нам дали. Ну, дали. Так. Камера, запись, ключ. Задача выполнена. Незаметно миссия выполнена. Итого 4 уровень. Замечательно, замечательно. Ночная смена 14%. Испытание 6 из 43. Мастерство в локациях 2 из 5. Далее. Далее. Карт Бланш, наверное, не Блашен. Вы видели? Написано. Веллингтон, Новая Зеландия. Оу. Стоит такой. И смотрит на себя в детстве. А то друг его детства. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пошел трэш. Трэш пошел. Психика сломлена. Какой-то мужик. Дым идет. Он с сигаретой. Он улыбается. Все, вернулся в реальность. Он ничего не помнит. Он что-то спрятал, что-то помял. Итак, свершилось. Новая Зеландия принесла плоды. Клиент дал нам полную свободу действий. Токио, Япония. Уничтожить ополченцев любым способом. Еще неделю назад Пройденс был угрозой. Как же ты переубедила совет? В совете сидят прагматики 47-й. От карт-бланша трудно отказаться. К тому же, таинственный клиент вызвал панику во всем мире, объявив войну Providence. Кто-то должен остановить ополченцев. Таким же успехом это может быть и мы. А тот человек с поезда. Ты не рассказала им о его предложении? РЛМК запрещают браться за контракты по личным мотивам. Содерс бы тобой гордился. Иронизируешь, 47-й, что будет дальше? Зарыдаешь в кино? Зачем ты за это взялась? Я понимаю, что такое в одночасье потерять все. Он заявил, что знает о твоем прошлом, о твоем детстве, о воспоминаниях, обо всем, что Ортмейер у тебя отнял. И ты ему доверяешь? Нет, не на грамм. Это наша лучшая зацепка за 20 лет. Думаю, пора нарушить кое-какие правила. А там видели, там было втихаря написано «Because family comes first», потому что семья становится первой. Вот так вот, там была отсылочка. Миссия выполнена.
Такой белый экран. Так, финишная черта. Не, подождите, какая финишная черта? Выйти в меню. Думаю, на этом пора заканчивать. Очень хорошая серия получилась. Мне понравилась миссия очень сильно. Вот, вот так давайте компания. Вот так вот. Чтоб красиво было, чтоб красиво было. Вот, думаю, на этом пора заканчивать. Ну, а с вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на все группы в социальных сетях. И подписывайтесь на Куратор Steam. Будьте в курсе игрового мира. Ну, а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.